Сегодня, 29 октября, мы отмечаем День комсомола. В этом году ему исполняется 102 года. Союз молодежи активно участвовал в жизни страны до 90-х годов прошлого века. Многие наши соотечественники состояли в комсомольских организациях, и потому в нашей стране этот день отмечают до сих пор. Жители поселка Черноморского вспомнили свои годы в комсомоле. За какие нам задания давали, мы ходили. Убирали, прибирали в классах и возле этой самой школы. Вот это все мы делали. Комсомол играл важную роль в коллективизации, комсомольских стройках и воспитании молодежи. Обучали детей вождению, обучали кулинарии, обучали штукатур, маляр, швея. Дети могли получить какую-то первоначальную профессию без каких-либо вложений, а именно в школьной программе. Может быть, они бы меньше дурью бы сейчас маялись. Вступить в комсомол было честью. Лучших же принимали в партию. Родители были комсомолами. Комсомольское движение. Вообще это здорово, когда есть нравственные принципы и направленность на развитие. Это очень хорошо. Какое бы объединение ни было, главное, чтобы оно преследовало правильные цели. Комсомол – это не просто организация. Это целая эпоха в истории страны. Эпоха, которую с теплотой в сердце будут вспоминать еще долгие годы.